Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня хочу вам рассказать о натуральной коже Пу. Все по очереди. Возможно, это не совсем как бы тема моего канала, но это тоже касается не быть обманутым, как говорится. И, возможно, это кому-то понравится. Почему я решила вам об этом рассказать? Так как я пошла и отнесла сделать набойки на своих туфлях к своему знакомому Кольцо Лайо, это тот человек, который чинит обувь, и он 30 лет работает в этой сфере, поэтому о коже он знает все, только до нее там дотрагивается, даже вот так вот смотрит, он говорит, как она выделена, и чего это кожа, с чего и как и почем. И дал он мне потрогать одни как бы туфли. И женщина их купила и думала, что это кожа. На самом деле она такого как бы гладковатого типа кожи набу, но если к ней принюхаться, это как бы, ну, по ощущениям тактичным, не сильно вы можете различить, что это не кожа. Но если принюхаться к ней, различия есть. Эта женщина их купила как кожаные туфли. И пришла она тоже как бы у них там что-то менять, и говорит, у меня постоянно воняет нога, и они типа кожаные. Он говорит, нет, это не кожаные. Когда они там дочитались, там написано как бы Vera Pelle Pu, настоящая кожа Пу. Так что это значит? Вообще настоящая кожа Пу — это разные сплавы, смеси полиуретанов. Одно дело, когда вы хотите именно купить себе кожзам или там синтетику какую-то, это как бы ваш выбор, это другое дело. Одно дело, когда вам это продают только потому, что вы не поняли, вот этот такой маркетинговый ход завуалированный, и вы покупаете, думая, что это кожа, а потом оказываетесь обманутым. Поэтому, если вы видите надписи «натуральная кожа Пу» или там «Vera Pelle Pu», или просто кожа Пу или Pelle Pu, вы должны понимать, что это настоящая кожа, сделанная из смеси разных полиуретанов. Почему я вам это еще вам что хотела сказать? Ну, мы начали разговаривать об амбиенталистах, о тех людях, которые не хотят принципиально одевать ничего кожаного, не хотят там носить кожаную обувь и все такое. И я вот узнала, как бы, и потом начала искать в других еще источниках. Оказывается, что, например, в Италии и кожа, которая выделывается в Евросоюзе, эта кожа не просто выращивается, животные и там убиваются только для того, чтобы из них изъять кожу. Это кожа больших животных, которые идут на мясо. Для пищевых целей. И все вот эти кожа, которая остается, она пересаливается и уезжает в эти кончерии, чтобы делать с них кожу. Ну, там потом другие есть разные выделки, хромовая, это как бы, я думаю, не тема этого видео, возможно, вам это даже не интересно. И поэтому, если вы вот кушаете мясо и не покупаете там что-то себе кожаное только потому, что вы думаете, что это животное специально забили для этой кожи, значит, можете быть спокойными покупать. Или же вообще тогда и мясо не кушать. Есть такие марки, как бы я их не буду называть, которые сделаны там людьми, вегетарианцами, у которых мысли о том, что нельзя там вообще никаким образом использовать ни мясо, ни кожу животных. Но что я вам хочу сказать, есть эти марки, которые цена у них начинается от 160 евро и может доходить там до 290-350 евро. И состав, когда читаешь, это, ну, вот, производство Италии, когда читаешь состав, там написано «tessuti pregiati», это значит, что материал высокого качества. Но тем не менее, если они еще сделаны тканевые, эта обувь, ее носить можно. Но обувь, которая сделана, например, из замкожи, с синтетической кожи, я вам хочу сказать, если это еще зимняя кожа, еще как-то можно ее, ну, как зимняя обувь, еще ее как-то можно носить. Это я испытала на себе. А то, что демисезонное такое, закрытые, например, туфли, которые вы носите, и когда жарко, то у них все равно начинает ногу парить, и оно начинает как бы, ну, запах не очень из них приятный. Хотя написано, что там все высочайшего качества, все материалы.
Конечно, решать вам, что вы хотите делать, что вы хотите купить. Я вам решила об этом рассказать. Почему? Потому что одно дело, когда это ваш выбор, и вы знаете, что вы покупаете. Одно дело, когда вы это покупаете, думая, что это натуральная кожа, а по факту оказывается не то, и вы, ну, себя будете чувствовать обманутым. Для этого я решила с вами поделиться этой информацией. Если вам мои видео нравятся полезные, ставьте лайки, делитесь, подписывайтесь. И до новых встреч. С вами была я, Дана.